Всем привет! Продолжаем с вами проходить Demon's Souls. В прошлый раз мы дошли до босса, который нас нормально так уничтожил, можно сказать. Так, не помню, куда идти. А, здесь мы. Вот, и пытались второй раз к нему прийти. Но приставка, как всегда, зависла, так что давайте посмотрим. Еще я потерял там 60 тысяч душ. Как бы это очень печально, конечно, но ладно. Погромче надо сделать. По крайней мере, меня не слышно. Что-то про дом было написано. Home. По-моему. Так, надо посмотреть, что у нас, какие кольца надеты. Кольца невидимости. А сейчас нам... Кольцо силы. От магии бы... А, подождите. Магия. У нас есть какие-то колечки. Огонь. Это у нас... Все не то. Кровотечение, яд. Ладно. Еще я понял, что... Вот этих вот духов, а вот они. Выносливость. Проще бить копьем, чем мечом. Потому что у меча там у нас, по-моему, фашен на. Сейчас. Подождите. А-а-а, бляха-муха. Сейчас вот это вот. Убью. Все. Отдыхайте, парни. Ух, красота. У копья только физический урон. Фашон он дает там урон колдовством, по-моему. Сейчас давайте поменяем колечко, потому что... Вот, из-за этого я уже пробовал и поплатился за это. Так, по-моему... Колечко регенерации, или я перепутал? Ага, вот оно. Что я так-то не почитал, а на взгляд решил дополнить. По-моему, тут сейчас будет опасно. Давай, жизни, вверх идут все. Вот это лабиринты, блин. Давно в нее не играл, уже разучился. Вот. Тут все сложно. Тут, в принципе, мы все взяли. Нам надо быстренько пробежать, наверное, кольцо этой невидимости одеть. А что у нас тут? Тут лук. Лук нам не нужен. Пока, по крайней мере, возьмем это. А что у нас? Места мало, в принципе. Ну да, нормально. Нет. Кольцо меняем на невидимость. Где это у нас? Вот она. Кольцо тумана или как его там. О, блин. Можешь надарахнуть. Ох, ёпс. Вот это дало. Кстати, по-моему, щит-то даже не спасает. Все, промазал. Или нет? Так, красные камни. Так, что у нас там? Мы так и не взяли, что ли? Ух ты! Хороший камень, кстати. Все. Все, друзья. Делаем вот так. Потом фашон берем. Чар, он дополняет нам магию. Хорошая штука. То есть, когда у нас нету залечи, который добавляет ману, мы его берем и поехали. Упал.
Ладно, сейчас тут надо осторожнее, не спешить. Блин. Так, какой нам путь выбрать? Без разницы, все равно падаем, да? Ладно. Подождите, я же его не сделал. Ждем. Он постепенно прибавляет ману. Ладно, спешить не будем. А, какой же здесь склон удобный. Хрен с вами. Давай обходную. Блин, да что ты? Не могу я настроиться на ней. Тихо. Тихо, друзья, товарищи. Там как у нас? Давайте попробуем там. Никого нет. Блин, да все забываю про этот выступ. Обрыв. Чтобы вот, да, вот дурочка не пришла к нам. Ага. Там друзья еще ждут, улитки эти. Давай, 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 не спеши. А-а-а, ляха-муха. Ух, да ладно. Ой, блин, офигеть. Фух, возьмешь, не возьмешь. Видите, о чем я говорил? С ними я уже не буду драться. Магию восполним. Что у нас тут? Колечко регенерации? Колечко регенерации. И берем лук. Какого хрена у нас так мало магии? Лук и вот так вот возьмем. Убираем от босса подальше. Ну все, с Богом. Ты где? Вот он. Я уже не помню, с каким я прошлым раз щитом ходил, но помню, что он... Хотя, наверное, у него любой щит удар не выдержит. Ну давай. Так-то он не трудный, по идее, босс, но, блин, его до него дойти еще надо. Так, братан. Ой-ой-ой. Ух ты! Вот и все, приехали. Охренеть. Короче, да ну его нафиг. Надо выбрать другой уровень. С этим я пока не могу справиться. Попроще что-нибудь. Это у нас какой? К черту с этими душами. Могли бы, конечно, раскачаться и уровень поднять, но ладно. А можно сходить, в принципе, за 1-1 мир. Там у нас душа бесцветного демона, что ли, называется. Ну, правда, можно умереть. Ага. Бежим.
Так, сюда точно нам пока не надо. Вот сюда. Да, наверное, сюда и пойдем. Что пишет? То, что не на русском. Так, идем сюда. Надо было посмотреть, как у нас светлый мир или потемнело. Хотя он не должен темнеть, мы же тут не бились и не умирали в человеческой форме. Просто дверь открывается пока, когда мир светлую тенденцию приобретает, и этот вот вход открывает. Там нашел этот доспех, в котором сейчас, кстати, неплохо смотрится. Вот, что еще? Щит мощный. Надо было этот, кстати, щит и попробовать взять. Он, наверное, не пробивается так легко. О, братаны, да вы чё? Сразу двоих, офигеть. Так, хрен с вами. Нет, открыто. Так, ящерки. Ящерок нету. Фантомы были красные. Хотя они такие сильные, но все же. Их много было. Пойдемте. Во, опять появились, охренеть. Кстати, неплохо я выбил. Оп. Держи подачку. Вообще легко выносит. Копье раскачали такого, то что надо. А то у нас травка-то закончилась. Это. Так. Сейчас опять фантомы, значит, появятся. Тихо, тихо, тихо. О, сколько вас много тут. Тихо, 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 парни. О, двоих завалил, по-моему, да? Давай, на очереди. Отлично. Сколько вас тут было? 5. Да, 5. Да, жалко, что приз такой небольшой за них. Вот щит. Который дешманский. Тут у нас, по-моему, враг потом посильнее был. Но, может, сейчас быть тоже нет. Нет, вроде. Вот здесь вот душа. А, или не здесь еще. Надо спуститься. Вон она. Вон там. Офигеть. Тихо-тихо-тихо. Падать нам не надо. Кстати, там что-то лежит. Блин, плохо, что как в Dark Souls быстро не спускается. Откуда можно упасть и туда? Хрен там, да? Блин, я не знаю, как сюда попасть. Давайте сначала туда спустимся. Ла-ла-ла-ла-ла. Высоко падать-то, блин. Но. Уже вон кровавое пятно. Давайте посмотрим, как он умер. А, это... Это факел. Ой. Он туда ушел? Зачем? Я чуть сам не упал. Ну, доспех у него классный, конечно. А тут пришлось... Которым изначально было ставить здесь, так как я его унести не мог.
скажи, как мне тебя взять, а? Вообще понятия не имею. Ну, наверное, сюда встать для начала. Руки дрожат. Так, как ты умер, парнишка? Блин, что-то я не посмотрел. Как падать-то надо? Ну, блин. даже не знаю. Чуть не упало. Все-таки я посмотрю получше. Рисковать неохота. Хотя что рисковать? Умру, умру. Все равно, мне кажется, там не видно будет. Да нет, есть там, куда встать. Можно еще камни сейчас, наверное, которые светятся, кинуть, если они есть у меня. Пам-пам-пам-пам. Пам. Мотает, по-моему. Блин, обратного пути-то может и не быть. Там, где ты? И... Ладно. С Богом. А вот назад как повернуться? Чем дальше я иду, тем как-то аж реально сердце начинает биться. О, вот она. Теперь умирать не страшно, а не охота. Так, у нас косточка какая-нибудь есть. Пум-пум-пум-пум-пум. Возвращение, что было. Я не помню, как возвращаться в Nexus. А, блин, хрен. Нет, никуда мы не. А вот камни, кстати. Про Nexus я ничего не вижу. А потом поизучать эти камни. Фантомы, наверное, разгоняют. Ну, то есть так и так я души потеряю, если... Ё-моё. Все. Можно не ходить сюда. Короче, Demon Souls, я не знаю. По-моему, опять завис. Фак. Все, буду ругаться. Такая игра, и вот именно Demon's Souls, у меня две игры зависают, и UFC 3. Вот, ну ладно, спасибо всем, кто меня смотрел. В следующей серии продолжим. Так, выключаем.
Всем пока.